Смоленске в день праздничных гуляний у здания главпочтамта прошла выставка военной техники в рамках акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Твой выбор». Смоляне и гости города смогли не только увидеть боевые установки, но и потрогать все руками. Особенно великолепие техники привлекало внимание детей. Бронетранспортеры, танки и пушки были просто облеплены юными смолянами. Также здесь все желающие могли подписать контракт для несения службы в рядах российской армии.